последние годы после создания общественного совета в работе госслужащих наблюдаются положительные изменения. В рамках своих полномочий члены совета способствуют совместному поиску решения актуальных проблем, приглашая представителей отделов акимата на заседание совета. На нем обсуждаются вопросы, относящиеся к компетенции государственных органов. На этот раз члены городского общественного совета вышли на рейд, чтобы ознакомиться с состоянием дорог. Сначала они отправились в поселок Юность. Здесь дорога сделана некачественно, и проблемы, которые местные жители поднимают много лет, до сих пор не решены. После этого они увидели ситуацию с освещением на аллее Абай-Жолы, на которую в свое время было затрачено много средств. Однако в ночное время здесь кромешная тьма. Также членами совета был поднят вопрос о строительстве парка на пустыре напротив дома офицеров. Асфальт салат, брягол асфальт. Укладывают асфальт, но он не выдерживает ни одной зимы. Все это мы только что увидели. И вот по этой ситуации возникают большие вопросы. Потом есть водители общественного транспорта, предприятия-перевозчики тоже этим недовольны. Ездить очень сложно. У нас в семье и без этого крайне плохое транспортное сообщение. Далее члены общественного совета ознакомились с состоянием подвесного моста. Ни для кого не секрет, что качество дорожного покрытия на нем оставляет желать лучшего. С наступлением весны асфальт на мосту в буквальном смысле тает вместе со снегом. Такая проблема наблюдается и в районе областной больницы. Помимо этого, граждане не могут нормально добираться до центра крови. Вся причина в том, что в его сторону не ходит общественный транспорт, а также отсутствуют тротуары. Поэтому горожане вынуждены ходить по обочине дороги. Нет ни одного места, где бы, наверное, глаз зацепился и увидел. Красиво покрашенные какие-то ограждения, красиво высаженные деревья, красиво уложенный асфальт. Удручающее состояние. Видели новый мост? Полностью прямо вот выемки на самом покрытии, такие, что которые просто, я даже не знаю, как должны лавировать машины, чтобы все это объехать. Такое ощущение, что просто кто-то забыл заниматься этим городом. А я думаю, надо. Тем более мы так гордо все приняли, радостно приняли такое известие о том, что мы стали теперь областным центром. Но пока не только на областной, я думаю, мы на районный центр очень плохо тянем. Сейчас важно бросить все силы на то, чтобы город стал одним из красивейших в нашей стране. При этом необходимо сохранить историческую часть города. По итогам рейда члены общественного совета проведут встречу со специалистами ЖКХ и обсудят эти вопросы. Ботагоз Дандыбаева, Аслан Ерцпаев, Адижан Бисингазинов, телеканал «Семей».